История одного города. Глава 5. Органчик. Краткое содержание. 1762 год ознаменовался началом правления градоначальника Дементия Варламовича Брудастова. Глуповцы были удивлены тем, что их новый правитель угрюм и не говорит ничего, кроме двух фраз: «Не потерплю» и «Разорю». Они не знали, что и думать до тех пор, пока не открылась тайна Брудастова. Его голова совсем пустая. Письмоводитель случайно увидел ужасную вещь. Туловище градоначальника по обыкновению сидело за столом, а вот голова отдельно лежала на столе, и в ней не было ничего вообще. Горожане не знали, что теперь им делать. Они вспомнили об Айбакове, мастере часовых и органных дел, который совсем недавно приходил к Брудастому. Расспросив Байбакова, глуповцы выяснили, что голова градоначальника была оснащена музыкальным органчиком, который исполнял только две пьески «Не потерплю» и «Разорю». Органчик вышел из строя, отцерев в дороге. Мастеру самостоятельно починить его не удалось, поэтому он заказал в Санкт-Петербурге новую голову, однако заказ что-то задерживался. Наступило безвластие, финал которому положило неожиданное явление одновременных двух абсолютно одинаковых правителей-самозванцев. Они увидели друг друга, смерили друг друга глазами, а наблюдавшие эту сцену жители молча медленно разошлись. Прибывший из губернии рассыльный забрал с собой обоих градоначальников, а в Глупове началась анархия, которая длилась целую неделю. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.